Здравствуйте. Сегодня мы отмечаем День российского флага. Держите ленточку и календарь. Спасибо. Таких волонтеров сегодня можно встретить во всех районах города. Они напоминают самарцам о том, что сегодня, 22 августа, день исторический и праздник государственного флага. В этот день, в 91-м году, триколор впервые подняли над зданием правительства. Белый, синий, красный пришел на смену советскому флагу и стал символом новой России. Оказалось, что с историей этого достаточно молодого праздника знакомы далеко не многие. Знаете, какой сегодня праздник? День российского флага. А вот историю его можете рассказать? Если честно, нет. Помню, было давно-давно. Освежить знания истории помогут волонтеры. Они прошли подготовку и всем желающим смогут рассказать хронику событий 90-х годов. Организаторы акции уверены, прошлое своей страны нужно знать. Получив такую ленточку «Триколор», каждый житель Самары, он должен вспомнить о тех событиях, которые происходили, вспомнить, почему, каким образом история России развивалась. И мне кажется, что определенную гордость почувствовать за свою родину. Ленточку «Триколор» сегодня можно получить в 31 точке города, на площадях, в пешеходных зонах и скверах Самары. Всего волонтеры раздадут 200 тысяч ленточек. Валерия Макарова, Константин Головин. События.